Подымайтесь, беда! В город едут каратели. Какая там обстановка? Сплошные руины. Немцам он оказался не по зубам, наши за него дрались как черти. Тогда фашисты вызвали авиацию и разбомбили его. А там, кроме военных, еще были жители. Сволочи. Многие, кто тогда выжил, ушли в подполье и стали мстить за родных и товарищей. Там по 3-4 разы на тиждень проводять облавы. Но толку от них никакого. Видно, что в этот раз комендант всерьез решил покончить с сопротивлением. Вы знаете кого-нибудь из подпольщиков? Где их найти? В местной больнице помогают раненым партизанам. Це все, что я знаю. Мы постараемся их защитить. Выходим незамедлительно. Ваш товарищ, сочувствую. Друг. Он был другом. Мы отбили тех людей у эсэсовцев, когда их вели убивать. Они убивают всех, кого видят. Детей, взрослых. Всех. Вы, я так понимаю, из госпиталя. Мы пришли вам помочь. Надеюсь, еще не поздно. Нет. С моей внешностью мне нельзя было приближаться к больнице. Фашистам без разницы, еврей ты или казах. Если бы меня там заметили, всех бы сразу арестовали. Вы пойдете туда? Тогда я с вами. Вы знаете, откуда приходят враги? Со стороны поста. Это вверх по той же улице, где больница. Идемте. По пути спасем всех жителей, каких сумеем. Я готова. А? Вперед. У нас есть работа. Так держать. Все здоровы. Все здоровы. Раненые есть? Что-нибудь нужно? Может, попробовать обойти? Заметили. Слушаю. Осторожно.
Если не мы, то никто. Здесь враг. Командир? Прокрадусь потихоньку. Надеюсь, не заподозрят. Надо действовать. Готов! Вот так стреляют мастера спорта. Раненые есть? Я готова. Да. Готова рискнуть. Тут опасно. Только бы не заметили. Партизан! Ангелев! Я бы всем хватил! Или кому-то добавки? Готов! Здесь! Не быть. Страшно. Если не мы, то никто. Да. Thank you.
Все здоровы? А? Что, если не мы? Лишь бы патронов хватило. Вперед. Осторожнее. Да. А? Следуем плану. Долг зовет. Здесь враг. Я здесь. Спокойно. Осторожно. Это в план. Не подведи. Есть! Воспользуемся эффектом внезапности. Verdammte Partisan! За мной! Тут опасно. Следствие вот так стрелял из телеспорта. Экстренная позиция! Тихо. Десятку! Я тут. Что вы делаете? Это же... Это больница! Здесь только мирные люди! Вы совершаете военное преступление! Ах, ты шрай не мазо! Отпустите хотя бы детей! Холен бензинканиста! Я не подведу! Я готова. А?
Торопимся. В атаку! Спасибо, что поддержал. Патроны нужны. Здесь враг. Сейчас поднимет тревогу. Сейчас уложу. Можно застать их врасплох. Verdammte Partisanen! Покажешь, гадам, как раз! Вот или теперь я разозлилась по-настоящему! Надо быть осторожной. Готова рискнуть. Тихо. Я здесь. Уберу его тихо. С этим все. Вот так стреляют мастера спорта. Воспользуемся эффектом внезапности. Да. Да. Тихо. Это мне еще пригодится. Тихо. Нет патронов. У нас есть работа. Слушаю. Да. Мухамбетова тут. Да. Я не подведу. Если не мы, то никто. Зевать.
Раненые есть? Слушаю. Что вы делаете? Это же... это больница! Здесь только... Что мне делать? Поручите мне что-нибудь. Сделаем то, зачем пришли. Все здоровы. Задача ясна. Здесь. Тихо. Заметили. А? Как в прятки играть? Не зевать. Всем пригнуться. Я не подведу. Тихо. Устроим гадам сюрприз. Да. Не торопимся. Что дальше? Ой, черт! Устроим гадам сюрприз. Сейчас обнаружат. А? Можно застать их врасплох. Спокойно. Сейчас поднимет тревогу. Смерть фашистам! Последний позиционный!
ранен? Тише, лови, гад. Тихо. Я тебя. Вот теперь я разозлилась по-настоящему. Вот теперь. Тише, шаг. Это в план не входило. Огонь! Этот готов. Вперед. Готова рискнуть. Кого убрать первым? Все здоровы? А, аж ладошки вспотели. Да. Осторожно. Надеюсь, не засекут. Все здоровы. Воспользуемся эффектом внезапности. Прокрадусь потихоньку. Спокойно. Сейчас поднимет тревогу. Осторожнее. А? За мной! Тихо. Нужны патроны. Уложила. Последний позиций. Ой, я кончу. Патронов нет. Надо быть осторожнее. Угу.
Ничего, справимся. Надо было выспаться. Всем пригнуться. Надо быть осторожнее. Тише шаг. Всем пригнуться. Это в план не входило. Тише шаг. Лови, гад. Когда же вы закончитесь? Спасибо, что подержал. Бывало и хуже.